так надо поделать. Ой! Ну это смех, да и только. Да что такое? Ёлочка, гори! Кто-то, наверное, подумает, что это я что-то делаю плохое. Но на самом деле нет. Дэнь, ты что, хозяйничаешь уже? Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Сегодня у нас новогодний фикс прайс. 1 декабря, и все это уже, считай, финишная прямая к Новому году. И мне кажется, очень актуально поздравить сейчас всех с наступающим. И, в принципе, начать новогодний фикс прайс, потому что, в принципе, 1 декабря, я считаю, уже можно наряжать все вокруг. Как видите, у меня фон такой красивый, я отдельно расскажу об этом, где приобрела. У меня еще классный фон есть. Но сегодня у нас фикс прайс. Дэнни, ну ты прям вообще. Давай вот это покажем. Очень много всего новогоднего в фикс прайсе, но очень много еще того, что у меня уже есть. Тут я купила вот какое-то такое снежное кружево, смотрите. Мне понравилось, что ребенок может с этим гулять. Это надо надуть. Дэнни, смотри. Блин, а вот сейчас мама будет надувать своими накрашенными губами. Такая елка! У-ху! Так, вот давай зажигалку не буду. Взяла зажигалку, закончилась. Вообще классные зажигалки взяла себе. Давай это уберем. Взяла еще корзинку, потому что мне очень удобно в корзинку вот так вот складывать. У меня такие белые, розовые есть. Ну, белые в основном. Они очень классные, очень вместительные. Вот кто еще не брал, не пожалеете, возьмите. Вот так все складывать. Я прям с ней пришла и все вытаскиваю, чем все разбросано у меня по кровати. Так, ну что, давайте надуем. Нифига себе тут дырища. Огромная какая-то. Тут большой палец даже у меня. Блин, а что, сейчас размажу все? Давайте в конце надую. Надую в конце, посмотрим, что это. Так, надо не забыть. Смотрите, что я нашла в фикс-прайсе. Все мне говорили за блокноты, которые с пайетками, но их нету, их быстро разобрали, я думаю, в первый же день. И эти продавцы же и разобрали на подарки всем своим друзьям. И нашла вот такую. Там были темно-синие, золотые, но я, естественно, взяла розовенькую, потому что у меня блокнотов вообще, видимо-невидимо. И сразу я подумала о вас, я думаю, и эти блокноты, здесь просто клеточка, я думаю, что эти блокноты быстро разберут. Я сразу подумала о том, что классно сделать конкурс, 99 рублей стоит. А потом вспомнила, как, ну, на самом деле, мало просто людей участвовало в конкурсе. Я же заинтересована, чтобы как можно больше людей участвовали в конкурсе. Мне нравится. А когда из 300 комментариев участвуют в конкурсе всего лишь там 30 человек, конечно, я понимаю, что это, ну, не актуально. Поэтому фикс-прайс разыгрывать не буду. Но вот бегите, кто успеет, вот такие вот классные-классные блокнотики. Я не знаю, он даже не передает. Он весь такой зеркальный, блестящий, классный. И еще взяла вот такой блокнотик, тоже розовенький, 55 рублей. Знаете, это себя любимую порадовать на самом деле. Я люблю себя радовать, я люблю все эти штучки. Они лежат и ждут своего часа. Вот такой вот блокнотик, он, видите, как будто стразики. Но на самом деле это такие вот наклеечки. Он такой розовенький внутри. Внутри тоже все в клеточку, чистое, ничего не пронумеровано. Дата и страница. Мне он показался очень милый. Теперь у меня два вот таких вот блокнотика, которые ждут своего часа. Я буду в них записывать свои песни всякие, там, проекты и так далее. Один ваш тоже заканчивается. Я взяла для малыша вот такой вот пластилин. На самом деле у нас есть, мы брали, не помню, как называется магазин, Лаш, по-моему. А мы брали, знаете, можно лепить прям в ванне. То есть он мылится, и пена от него, и цветная вода. Вот. А сейчас решила попробовать именно не пластилин, а вот такое вот... Лепка, это тесто такое для детей. Как я поняла, оно не оставляет следов. Но мы сейчас проверим. На моей кровати оставит следы это все или нет. Дэнни, смотри. Такой вот он классный. Ой, какой кайфный. Слушайте, он напоминает, знаете, правда, тесто. Лизуны, которые, помните, делала давно-давно из всякой пасты или еще что-то. Дэнни, смотри, на. Будешь играть? На. Пальчиками вот так все мне. Ну и что, он реально вот не оставляет, я его вот кидаю, и он не прилипает. Это не как пластилин, это реально. Но он еще, ну, тесто классно. На, заиграй, котен. На, давай, положу тебя сюда, а ты играй.
Классно. И здесь сколько цветов у нас? Зеленый цвет, голубой цвет. Еще один где-то. А ты отрываешь маленькими кусочками и хочешь покидать на кровать? Вот еще красненький. Сразу могу сказать, что я взяла вот такую штуку. Одна из подписчиц моя написала мне, что у нее не получается сделать маникюр из этой фольги. Я сделала, но я отдельным видео буду показывать, потому что покупок много. Я же сначала не пробую, знаете, сначала сделала, а потом вам начистую все показываю, как красиво. Я прям с вами распакую, буду с вами методом проб и ошибок. Я тоже еще тут не получается. Зай. Короче, ребенок берет вот это все маленькими кусочками вот такими и раскидывает мне по кровати. Маленькими кусочками не надо, Дэня, маленькими кусочками. Я потом все это не соберу здесь. Большими давай кусочками. Короче, будем играть с тестом потом, и это хорошо для моторики. Все подряд, короче, что вижу, то и быстрее, потому что сына все вытаскивает. Я купила резиночки, я обожаю эти резиночки, но они так быстро все портятся. Люблю такие классические, знаете, цвета, черный, коричневый, красный, серый, белый, всегда под все. Замечательно подходит. 55 рублей стоит. Так, что я еще взяла? Новогодняя у нас тема, новогодняя. Смотрите, какую я взяла подушку. Подушка антистресс. На 15 сантиметров, новогодняя. Она очень приятная, на нее такой вот интересный рисунок, красивый. Я решила взять малому. Пусть играет. Он как-то где-то взял у меня игрушку, я не помню где. Дэнь, смотри. Потрогай. Он где-то взял игрушку, и вот так вот, ну, ему нравилось, что она делает. Я думаю, возьму ему тоже. Класс? Потрогай. Ай, улыбается. Ай. Играйся. Так, по новогодней теме идем дальше. Помните, да, вот я нашла вторую такую. Очень красиво сюда и в интерьер вписывается. Она новогодняя, как снежинка, голубенькая. Вот такая вот интересная наволочка маленькая. И я взяла вторую. Теперь у нас их будет две. Они красивые, яркие. Я еще не стирала. Думаю, что как только постираю, надо будет блестки все исчезнуть. Давайте я сделаю нам фон полный. Вот так. Красота. Да? Ва. Все. Новогодняя полностью. Вообще. Еще на самом деле у меня горят сзади огоньки. А ну-ка. Горят? Да, они немножко горят. И вот это горит. Это я от малыша просто все поубирала. Вот. Такая полностью обстановочка будет новогодняя. Так, что у нас дальше? Что дальше? А, так, это нужно будет батарейки взять. Сейчас покажу вам, что это. Итак, и вот еще батарейки. Так, для этого батарейка. Как раз к Новому году запас всяких мешков. Я беру мешки только в фикс прайс. И еще, кстати, я беру мешки, думала, где я об этом скажу. А я скажу и здесь, и еще в другом видео скажу. В Ашане нашла мешки, которые пахнут для мусора. И купила еще такую интересную штуку на Алиэкспресс. Короче, покажу вам все, расскажу, и я кайфую от мешков, которые пахнут дома вот для мусора замечательно. Но нету в Фикспрайсе такого. Я в Фикспрайсе беру вот такие вот с этими, с ручками. Мне очень нравится. И вот взяла попробовать на 120 литров, то есть большие черные мешки, это когда много мусора насобирается. Дальше новогодняя. Я взяла вот такие вот штучки. Они, как всегда, осыпаются. Блин. Мне понравилось. Они такие прозрачные украшения новогодние. Это какая-то тема снежное кружево. Это эти, мне кажется, фирма какая-то, что ли. Блин, ну я вижу, что оно уже сыпется. Мне это не нравится, что сыпется. Пакет надо. Вот они. Сейчас я их струшу. Вот такие классные штучки. Ну, мне кажется, можно на елочку повесить, хотя я елочку свою не украшаю такими кругленькими всякими штучками, игрушками. Я покажу, как я украшала. В прошлом году украшала тоже из фикс-прайса елочка у меня зеленая осталась, искусственная. И вот эти вот бусы такие, знаете, бусы, мне очень нравятся. Бусы все эти сделала, снежок сделала, тоже из фикс-прайса был. И сейчас тоже, по-моему, снег в фикс-прайсе есть. И огоньки. И мне очень нравится. Ну, вот можно парочку таких вещей повесить. Чего ты кричишь? Да. Ну, они сыпятся, девчонки. Они в каких-то блестках, которые просто сыпятся. Нет, зайти, я вот это не дам. Еще я взяла ваниш. Вот такой у меня был ваниш. Вообще выводит все пятна, девчонки. Не нужны никакие лайфхаки, там всякая фигня. Вот это вот все классно выводит. Я прям развожу пеночкой в водичке. Одна закончилась, потому что и малому пятна, и я жирные пятна старые вывела у себя с белой куртки вообще.
Вот это классная штука, короче, я взяла, чтобы оно было. И тест, чай мой черный, любимый, кайфучий, вообще не могу, я его беру в фикс-прайсе, ну или беру в Ашане, но он классный. Если кто-то не пробовал, то есть он черный с таким легким ароматом, лимон пил и еще что-то. В общем, классно. Я кайфую, когда его пью. Дальше, какие-то игрушки детские тоже я набрала. Вот такой набор пати, может кто-то видел, он как раз-таки не так давно появился там. Здесь я смотрю самолетик, очки и так далее. Давайте малого развлечем. Да-да, смотри, Дэнь, открываем. Что мы здесь видим? Ой, какие мелкие детальки. Ладно, он уже у меня молодец, в рот все не так. Так, смотри, я вижу здесь меч. Ой. Какие-то палки. Какие-то палки. Ой. Ой. Ой-ой, я первый раз такое вижу, я боюсь сломать. Дэнь, смотри. О, оно светится. Его лом... Так, я взяла эти палочки и вот так их ломаю. И не знаю, что с ними надо делать. Надо ли ломать, или я сейчас вообще сломаю, плохо сделаю. Они светятся. Дэнь, смотри. Вы видите? Они светятся. Как вам показать? Видите? И мы их засовываем сюда. Специальная тоже штука такая. Сейчас. Это в меч. Чтобы светился меч. Ой. А это что такое? Господи, что для детей делают? И вот еще круглое что-то. На то. Слушай, я первый раз такое вижу, честно. Я думаю, что дети, они, конечно, знают все это дело. Вот так надо поделать. Ой! Скажи, мам, тебе это самой все интереснее, чем мне. Мне не даешь силы, что-то развлекаешься тут. Сейчас. Сейчас мы разберемся. Как оно все светится. Еще маленькая такая штучка. Это тоже маленькая штучка. Только что-то она... Нифига. Короче, как я поняла, вот это надо маленькую штучку. Только она ничего не делает. Маленькая не горит. Бракованная. Ее нужно в вертолетик ставить вот так вот. И он будет гореть, по идее. Но она не горит у меня. Вот это... А, это меч. Вот он. Да, походу, меч. В темноте будет светиться. На, это меч. Меч. Какая-то трубочка и штука, непонятная. Дальше. А, очки тут у нас, типа. А, все, поняла, господи. Это не засовывайте в эту штуку, вот. Это, а, подожди. Вот это меч, а вот это меч засовывать. Не понимаю, для чего это тогда. Вот так, что ли? Да. Да нет, Дэнь, я, по-моему, сломал тут что-то. Да, да. На, просто вот. Да. Меч, на. Да. Вот это дужки для очков. Вот это какая-то фигня, чтобы сделать очки. То есть я вставляю одну сюда. Господи, одну сюда. Это типа очки. Господи. Ничего себе. Типа очки. А дужки как? А, дужки, все, я поняла. Мне кажется, я думала, что оно будет намного ярче, все, если честно. Может, это для темноты, конечно же, понятно. Да. Дэнь, выключи свет, пойди. Какие неудобные очки. Размеры ли они нам будут? Ну это смех, да и только. Подожди, а третья? А это браслетик. Так. Еще маленькая должна штучка какая-то быть. Для браслетика. Короче, маленькой штучки нет. Тут у меня бракота вообще. Четыре. Четыре предмета. Но это будет четыре предмета, если мы их соберем.
Мы их не соберем. Ты слишком маленький. На. Развлекайся. Короче, фигнюха, если честно, такая чистая, я не знаю, может для детей постарше там, но оно все какое-то некачественное и понятно. Кстати, вот, купила это тоже там, у меня есть такой красненький и вот такой еще есть синенький. Так, Дынь, ты тут все разбросал? Меч свой. Еще взяла вот такую вот, кстати, против желтизны написано Шварцкопф. Вообще я люблю пользоваться, мне нравится, они очень вкусно пахнут, кстати, я до этого понюхала. Да, они как духами, у них такой очень такой яркий, сладкий аромат. Здесь, в общем-то, осветляющий бальзам, постепенное усиление оттенка блонд, легкий эффект осветления с экстрактом цитруса и маслом для натуральных окрашенных светлых волос. Цвет, кстати, он белый, а маска такая была немножко, знаете, легкий голубой отлив был. Так, еще хотела вам показать, а вот еще на стол купила. Я всегда люблю обновлять, там, к Новому году или еще что-то, так что нужно. Я взяла вот такой коврик, который будет ставиться, он... ой, он длинный такой, ничего себе, так он на два вообще. Коврик под посуду, он такой длинный, что его можно на два вот так разделить. И, кстати, один, он прорезиненный, под посуду, под вилки, ложки сушить. Такой красивый цвет, мне понравился. Мне кажется, можно разделить на два, и один испортится, и второй сделать. Вообще классно. Приятно. Так, а что теперь нужно нам? Две игрушки у меня есть. Одна новогодняя. Только мне нужны батарейки. Сейчас я схожу за батарейками. Еще у меня есть приколюхи. Дэнь, смотри. Я решила попробовать, будет ли дуть мой пацан вот сюда, в этой штуке. Смотри, Дэнь. На, дуй. Дуй. Не хочет пока. Но я его научу обязательно. Прикольные такие вот штучки. Решила я оставить. Так, смотрите, что я первая ему взяла. Это вот такая собачка, 99 рублей. Она что-то должна делать. Такая прикольная собачка. Она что-то должна делать, мы должны проверить. Да что ж такое? Все закрыто, запечатано. Ладно. Это надо за ножом сходить. А, еще нам вот это надо надуть. Столько всего. Давайте я чеком вытру губы. Потому что мы еще будем красить губы, у меня еще косметика есть. Так. Вытру губы. Так. И что, мы надуем сначала шарик. Вот все подряд, да? Давайте не шарик, а эту игрушку. И все. Что она прилипла тут? Все не слава богу, да? Как небо, земля, ты нужна мне. Нужна мне. У меня уже ноги отсиделись. Да что такое? А, это другая тема. Короче, тут большая, а тут вот еще маленькая сзади. А я дую, не пойму, чего она не дуется. Смотри, Дэнь. Ёлочка, гори! Ёлочка. Новый год настаёт. Тра-та-ти-там-ти-та-тарам. Так, что у нас ещё? Где ты делал подсвечники, Дэнь? Я их специально вот положила. Вот такие вот подсвечники. Мне показались они такими интересными. Если, знаете, я люблю ночник включать ночью, когда всё выключаю.
Что-нибудь надо включить. И у меня все время что-нибудь разненькое горит. Здесь две пальчиковые батарейки. Ой, три. Три пальчиковые батарейки нужны. Три целых. Ты нужна мне. Глянь, как красиво, Дэнь. Тебе нравится? Включен сразу. Тут есть выключатель. Выключить, включить. Подожди, за. Смотри, как красиво. Вот будет оно стоять вот так вот где-то, да? Вообще, мне кажется, очень красиво. Аккуратненько. На столе такие вот лампочки. Вот так красиво. Такой пластмассовый. Выключим пока. Вот это мне нравится. Темка, это что-то новое. И что еще, что еще? Так, что еще, что еще? А, игрушку твою нам нужно проверить, Дэнь. Только ее надо открыть сначала. Ой, господи, что ты, боже мой. Здесь две нужны батарейки. Нет, она не работает. Вот. Фу, нашла батарейку. Все, вставляем и... Подожди, я что-то уже... Нет. Ефу, нашла. Все, закрываю. Сейчас закрываю, я тебе отдам. Да. Понравится тебе, я думаю. Да. Ну, смотри. Ой, побежала. Смотри, собачка. Она бегает по ровности. Смотри. Дэнь. Иди поцелуй собачку. Гавкай. Смотри. Бери на ручку. Так, где отвертки убрать? Мусор! Такой мусор! И последнее, что я хочу вам показать, это я взяла косметику кое-какую. В последнее время, помните, мы косметику с вами проверяли. И я нашла вот такую вот, новые какие-то вот такие, что она кривая уже. Вот такие два блеска. Мне они показались яркие, не знаю, как они будут красить. И карандаш. Красный всегда нужно, да? Давайте попробуем сначала блески. Вот, например, вот этот вот бледненький. Так, сломала, да? Все запечатано, как всегда. Все, просто поворачиваем, и все отпечатается, все разрывается. Давай, выключи. Разгавкалась. Что-то я такая вообще, мне не мешает, нормально. Короче, вот... Пахнет вкусно, карамелькой. Это такой бежевый блеск. Все, мама заканчивает уже за. Написано 8 часов. 8 чего часов? 8 часов чего? Lip Gloss Ultra Violet Perfect Stay Volume Maxi Shine. Не знаю, наверное, блестит, делает объем и 8 часов типа держится. Ну, неплохо. Можно. Но знаете, чем пахнет? Раньше, когда мы были маленькие с братом, мы любили жарить сахар и конфетки такие ели. Кстати, блин, надо приготовить с вами такие конфетки. Это же конфетки моего детства. Вообще, смогу ли я их сейчас сделать? Я помню, как их делать. И мы сделаем с вами обязательно. Надо кого-то только в гости пригласить, чтобы я не одна, чтобы мне с малышом помогали. Так, давай мама сотрет губы. Давай вот об эту коробку теперь. У меня когда нет чего-то под рукой, я стираю то, что вижу вообще. Так, нам теперь нужно попробовать красный. То есть та же фирма, то же самое. Попробую я, что он делает. Ну, не дотерла немножко, но, короче, здесь красный отлив.
Видно, что он красный, да? Просто я взяла вот это мне нравится. Я взяла, кстати, немного красноватое лицо и после чистки. Не обращайте внимания. Я взяла, потому что я думала, что он будет ярко красить. Проверить. Помните помады, которые у меня супер яркие были? Вот, поэтому я взяла. Так, все, стираем и карандаш проверяем. И все. Кто-то, наверное, подумает, что это я что-то делаю плохое. Но на самом деле нет. Здесь с другой стороны, я думаю, чисто, ничего страшного, губы вытереть можно. Что-то выключился сам. Представляете? Что это такое? Что за самостоятельность у моей камеры? Да. Чего это там? Что там мне такое же? Что-то вымазалось. А, это очки, наверное, делаю. Как всегда я весь зеркало. В общем, красивый классический красный. Можно было бы и не показывать. А до этого у меня была помада с самого начала от Faberlic красная. Короче, не буду заполнять. Как небо, земля, тебе нужен я. Просто блеск делаю. В общем, все, мои хорошие, я думаю, я вам все показала. Мы все с Денечкой вам показали, рассказали, все наши новинки. Столько классного всего. Сейчас буду все расставлять, расфигачивать. Я надеюсь, сейчас буду все расставлять, украшать, все думать над новогодним интерьером. И потом обязательно вам покажу, как я украсила все. Будет много из фикс-прайса. Вот, например, елочка будет стоять у нас такая, да? И Денька сможет ее трогать. А ту елочку мы поставим высоко, и трогать ее будет нельзя. Все, мои хорошие, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хоть и говорят, что рано, рано. А я считаю, что никогда не рано. Он же наступает. Он сегодня наступает. И завтра будет наступать. Ты согласен? Да. Правильно все. Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Надеюсь, мое видео было интересным, полезным. Если что-то увидели, скорее бегите в фикс-прайс, пока все не разобрали. Вы же знаете, все самое классное там разбирают очень быстро. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Целую, обнимаю вас. И увидимся в следующем видео. Говори пока. На елку. Ты даже сходить не можешь. Твоя елочка. Обнимашки елку. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish